от чувака, который снова сделал Бэтмена крутым. И чувака, который наверняка снова сделает Бэтмена отстоем. Кинофильм, основанный на графической новелле. По мотивам старого кинофильма, по мотивам древнегреческой пропаганды, по мотивам реальных событий. 300 спартанцев. Аккурат к выходу необязательного морского сиквела. Вспомните фильм, заставивший каждого мужика почувствовать себя дряблым. Посетите Спарту. Здесь правит здравый смысл. Упражнение на пресс и насилие над детьми. А еще Леонид, самый орущий царь в истории кино. This is Sparta! Spartans! No mercy! Now! Wake up! Stay! Tonight we dine in hell! И он родом из греческой Шотландии. Haven't you noticed? We've been sharing our culture with you all morning. Смотрите, как Леонид и его 300 лучших друзей по качалке противостоят могучему Ксерксу, эпилированному баскетболисту с ювелирным магазином на лице и голосом, как будто он в программе защиты свидетелей. I will erase even the memory of Sparta from the histories. Застегните сандали, вас ждет микс исторической правды и бреда Зака Снайдера. В миксе реальные боевые порядки и модные ниндзя-развороты, реальная спартанская демократия и оракулы-стриптизерши, а также реальный персидский спецназ и персидские мутанты-козлы. Чего? Намажьте бицепсы, этих подростков ждут вещи куда более странные, чем алгебра. На этом гомоэротическом перу вас ждут мужики в стрингах, мужики, протыкаемые фаллическими символами, мужики, держащиеся за руки, мужики, держащиеся за мужиков нежно и сзади, мужики, проветривающие лысого, мужики, танцующие под дождем, мужики, потеющие на пляже, мужики, играющие на двух флейтах одновременно, мужики, произносящие вещи вроде «Отлично вонзил!» или вещи вроде «Афинские правители встанут перед тобой на колени, если ты склонишься передо мной». Соотношение мужских и женских сосков 600 к 4. Блин, подобного кинца я не видел со времен Топ Гана. А я вот такой опасный. Так что приготовьтесь к тупому фильму, ставшему крутым лишь благодаря стандартному снайдеровскому набору визуальных трюков, таких как драматичные падения чего ни попадя. Фильтры из Инстаграма. А также супер замедленная съемка. Да блин, с тем же успехом я мог книжку прочитать. В ролях Жерар Попцов, Ник Фьюри. С 6 по 300-й дал Сим из Стритфайтера, император Пульпатин. Ребят, погодите, Церцея Ланнистер, Макналти и Майкл Фассбендер? 300 спартанцев! Один симпатичный фильм, и теперь ему доверяют Бэтмен против Супермена? Зашибись! Я бросаю это шоу. Я знаю тамошнего пылесосящика, он мои сиськи видел. Простите, что? Леди Гага, что рука говорит лицу? Дыщ! Нехорошо, капитан Кёрк. Сливки льются ручейком. И его финальная фраза полна эмоций. Эй, Скотти! Иисусе, чувак! Матери Василиса!